игровых и неигровых фильмов 23-го российского кинофестиваля «Литература и кино» неподражаемую, блистательную народную артистку Российской Федерации Татьяну Догилеву. Здравствуйте. Очень приятно стоять на этой сцене. Очень приятно, что меня назвали неподражаемой и блистательной. Это так. Но на самом деле я не смешить пришла, а потому что меня попросили сказать несколько слов об Эльдаре Александровиче Рязанове, у которого тоже, значит, вот юбилей, такое количество юбиляров. Эльдар Александрович был прекрасен. Я познакомилась с ним, когда мне было лет 6. Я посмотрела «Гусарскую балладу». И этот фильм перевернул мое воображение. Я просто заболела с тех пор. И дальше «Берегись автомобиля». Ну, не буду называть все эти фильмы. А потом стала артисткой, и меня жизнь с ним столкнула. Первый фильм «О бедном гусаре, замолвите слово» я пробовалась, но он меня не взял. А взял прекрасную питерскую актрису Ирину Мазуркевич, которая там сыграла. Но потом я у него сыграла в трех фильмах, и он сыграл очень большую роль в моей жизни, потому что для моего поколения Рязанов был абсолютный бог. И если у него сняться, то ты получал счастливый билет в профессию. Так со мной и случилось. Я долго не буду занимать ваше внимание. Эльдар Александрович очень любил не только кино и литературу, вернее, он был один из самых читающих людей, которых я встречала в своей жизни. Он еще очень любил поэзию. И при каждом, где мог, он читал много стихотворений и классиков, и новых. И вы знаете, что он сам сочинял. Я хотела было сначала Мандельштама прочитать, кинематограф, который он сам читал, но я прочитаю небольшое стихотворение Ахматовой. Меня покинуло в новолуние мой друг любимый. Ну так что ж, шутил канатное плесунье, как ты до мая доживешь? Ему ответила, как брату я, не ревнуя, не ропща, но не заменит мне утраты четыре новые плаща. Пусть путь мой страшен, пусть опасен, еще страшнее путь тоски, как мой китайский зонтик красен, натертый мелом башмачки, оркестр весело играет, и улыбаются уста, но сердце знает, что ложа пятая пуста. Татьяна Догилева.